С вами Борис Тенцер, в эфире программа «Контакт». Здравствуйте. У нас сегодня с вами будет интересный разговор и на интересную тему, поскольку я знаю, многие наши телезрители волнуются, интересуются, переживают и как бы живут одновременно в двух странах, в Америке и в Израиле. В Израиле у них есть близкие, у них есть друзья. То есть Израиль настолько близок к нам, каждому, что, конечно же, мы обязательно будем возвращаться к израильской теме в наших передачах «Контакт». Не только, как вы знаете, мы говорим всегда о семье, о детях, о взаимоотношениях поколений, но и Израиль – это тоже, в общем-то, семейный, скажем так, семейная тема и семейные проблемы. И сегодня у нас очень интересный гость, которого, в общем-то, вы хорошо знаете. Вы его прекрасно знаете, уже не раз видели его на экранах, но сегодня он предстанет перед вами слегка, так, немножко в другом ракурсе, потому что, в общем-то, он израильтянин. Он имеет двойное гражданство, израильское и американское. Это человек, который вырос в Израиле, это человек, который знает Израиль, и это человек, который любит Израиль. У нас в гостях Илья Левков. Спасибо. Политолог, издатель, но главное, израильтянин в душе, в сердце и в действиях тоже, да? Да. Вы только что вернулись из Израиля, и у нас с вами была договоренность, что как только вы вернетесь из Израиля, вы будете гостем нашей студии и нашей передачи. Так что спасибо большое. Здравствуйте. Очень приятно. Как Израиль? У вас, как Израиль, безоблачный. Безоблачный? Нет, безоблачный, да. Нет, между прочим, это вот была одна, так сказать, первое невероятное ощущение поэта, который был Шаул Черняховский, вот когда он приехал в Израиль, и у него всегда было это голубое небо. До невероятности. Глубокое, голубое, безоблачное. Извините за ударение. Да. Илья, я бы хотел, чтобы наши зрители, в общем-то, представляли о том, почему мы с вами сегодня говорим об Израиле, почему я так описываю вас. В двух словах, хотя бы в двух словах, давайте мы пройдем по вашей израильской биографии. В каком году вы приехали в Израиль? Я приехал в Израиль в конце 56-го года. Начал там среднее образование и окончил. Начал там жить и работать. Начал там университет и окончил университет. И после окончания начал там аспирантуру. И вот после аспирантуры не было той тематики международных отношений с ударением на Восточный блок. Я приехал по стипендии в Соединенные Штаты. Между прочим, взял товарняк в Хайфе и два месяца спустя сошел в Чикаго. Видите? Это оригинальный. Go from Haifa. Go from. Есть, да, есть такая книга. Есть такая книга. Well, я плыл с Хайфы, да. На товарняке два месяца. Это как очень... часто вы бываете в Израиле после этого? Я бываю в Израиле минимум раз в год. У меня там семья, отец, братья, бесконечные племянники. И вот вы только что вернулись, вы долго были в Израиле? Да, я был месяц. То есть вы смогли опять ощутить, вы, наверное, и не теряете, в общем-то, пульс израильский, который... Но каждый раз, вот сегодня за месяц, конечно, можно его опять ощутить. Его можно ощутить, хотя он и меняется. И особенно, что изменилось в этом случае, если я, кажется, единственный, который смотрит в Израиле, так мне сказали, канал Кнессета, телевизионный канал. Я сижу прямо часами и слушаю, и вникаю, и стараюсь анализировать. Если в прошлом году это был еще канал 33, в этом году он стал 99. Это главное изменение. Понятно. А ведь очень многие, наверное, люди, которые сегодня и даже в Кнессете, и в политике, это люди, которые поднимались вместе с вами, в общем-то, росли вместе с вами. Вы помните, может быть, их кого-нибудь из даже студенческих движений? Конечно. Я вот на прошлой неделе встретил моего друга, который из студенческих политической жизни в Иерусалиме в те 60-е годы. Яхия Лекет, который сегодня директор Керен Каямет Лисраэль. Это национальный фонд, который поощряет развитие земель и также засадку из развития лесов, да, вот в Израиле. Зелень израильская.
Встретились, это так смешно, на Всемирном еврейском конгрессе встречаются два друга, мы так посмотрели один на другого. Вы были вместе в студенческие годы? Да, были в студенческие годы, но мы были просто активистами в политических группировках, в студенческом парламенте. Скажите, вам нравится, как сегодня Израиль развивается, двигается? Или вы, как старожил, приезжаете в Израиль, и вот знаете, как немножко бурчите, немножко недовольны? Слушайте, это бурчание находится в сердце индивидуума. Если он ворчун по натуре, он будет ворчать и на восход солнца, не только на его закат. А в Израиль, конечно, он совершенно иной, чем тот, который я помню, который 40 лет назад, более 40 лет назад. 48 лет назад практически. Конечно, он развивается, я знаю, каждое новое здание, новые дороги. И не надо искать, что то же самое. Мы не ищем каждый день вставая нашу юность. Люди изменились. Вот вспомните, 40 лет, конечно, сложно, наверное, в памяти держать. Но все равно 20-30 лет назад и сегодня. У вас ведь много израильтян знакомых. Люди изменились, их психология. Они стали более европейскими или более азиатскими? Они, конечно, изменились. Во-первых, изменились те люди, которые въехали. Если тогда было еле 2 миллиона, сегодня более 5 миллионов, страна удвоилась еще на 50%. Поэтому я, может быть, об этом немножко поговорю. Меня всегда удивляет, когда я слышать русский язык в Израиле. Меня просто как-то... Но мне кажется, сегодня только русские слышатся, в общем-то, нет? Да, но когда я приезжаю, когда я слышу, для меня это как-то новинка всегда. Хотя у меня есть узелок в этом процессе тоже, когда я был директором исследовательского отдела в Национальном комитете в защиту советских евреев здесь, а это и есть, что не есть, та организация, которая била и пробивала и пробила эту стену советскую. Но всегда, когда я вижу и слышу, и, может быть, мы вернемся к этому, мне как-то... Ну, я не читаю русские газеты, когда я приезжаю в Израиль. Ну, вы прекрасно читаете на иврите. Да, для чего мне это вот... Хотя теоретически мог бы заглянуть. Но... разговор на улице, и когда я вижу особенно люди, которые участвуют, я знаю, инженеров, и где они работают, и, например, в домах престарелых, где находится мой отец. Конечно, это все русские новоприбывшие, и они совершенно создают такую свою новую израильскую атмосферу. Я ее называю израильской, потому что она, несомненно, не чисто русская и не чисто советская. Она такая вот новая амальгама. И к ней интересно приглядеться и посмотреть, внять и понять. И ни в коем случае я не стараюсь всегда. Ах, раньше было лучше, раньше и футбол был лучше, и все было лучше. Не, я не смотрю на мир как таковый, особенно на эту страну, что самое, что не есть, она жизнеспособная, потому что она изменяется. Поэтому ворчать об изменении – это просто не понимать суть Израиля. А вот вы, например, были год назад, перед этим, вы видите, как развивается русская алия. То есть последние 10 лет, вот я приехал в Израиль в 90-м году, и, так сказать, имею возможность видеть тоже изменения определенные. А вы видите, изменились русские, приехавшие из Израиля? Это другие люди или это все равно наши русские евреи с нашей русской ментальностью? Или это все-таки уже немножко израильтяне? Те русские, которые я знаю, это старожилы, понимаете? Это... То есть вы с новыми мало встречаетесь? Я с новыми очень мало, я встречаюсь с ними. И, да, у меня было интересное, но не личная встреча, а вот такие наблюдения. Я был очень много на пляже в Хайфе. И я вот там смотрел молодежь, русскую молодежь. И она очень... Она... иная, чем чисто коренная израильская. Их отношения, я бы не назвал бы лирические, но они более открытые. Было там более интересно даже вот физического, не переходя какие-то границы. Мы говорим о русской молодежи. Мы говорим о русской молодежи 18-22. Что такое вот на пляже, который я вот сидел часами, читал, они более... и наблюдал. А там романтичные? Была, она, во-первых, они были в группы, у них была своя группировка, как видно. Во-первых, я не сидел и подслушивал, но как-то издалека, она больше наблюдательна. И они больше группы, они тесно связаны, они также, в этой группе есть какой-то код поведения, и который особенно вот и мне был интересен, а вот те арабы, и там были две группы арабов, может быть, мы поговорим, а мусульмане и крестьяне, которые приходят с семьями, и
практически, чтобы иметь это зрелище, а именно открытое, молодежь, которая ведет себя на пляже. И вот интересно, даже сыновья, родители, даже бабушки, они прямо сидят и смотрят на это, как на спектакль. Это именно так. Я не преувеличиваю. Они прямо все сидены. И в одном случае вообще там была только молодежь арабская, знаете, там были 3-4. Они прямо, я видел, это динамика, это сводило с их с ума. Вот эти мини-бикини, вот это отношение, обнятие, и даже переходящее немножко в ласку между этими группами, в этой группе, это было для них прямо гроза. Шокировало арабских абсолютно. Наблюдателей. Да, и они приходят именно для наблюдения, потому что мусульмане все, например, женщина вся закрыта, прямо в платке, это вот. Они крестьяне, в общем-то, и входят в море, они тоже. Не они входят. Это группа. Таких длинных платьях, они входят в море прямо. Да. А вот крестьяне, они были такие, как велосипедисты, до колен, значит, штаны. Вот женщина, мать, семьей, и она была более в таком. Они более откровенно, вот, вот их поведение, как подойти. Вот подошел ко мне кто-то, я так сидел под деревом, был один, и он там попросил, мог ли усидеть, я говорю, пожалуйста, это все. И я вот когда, просто я сидел там пару часов, и потом ушел, и когда я уходил, я ему сказал, окей, до свидания. И он был так, я чувствовал, он был удивлен, потому что во время этих нескольких часов между нами не было, я не хотел разговаривать, я просто хотел сидеть спокойно. Это был араб, вы говорите? Да, араб, семья, это вот. И, но когда и он, они расселись, и кушанье, вы знаете, все но это, напитки. Но нет никакого антагонизма? Вот если, например, арабы сидят на пляже, там русскоязычные, израильтяне. И несмотря на то, что здесь есть элемент зрелища, не было антагонизма. И вот я хочу вам сказать, в этом специфическом случае я ему так собрался, уходил, я, так как я с ним не разговаривал, я не обязан был ему сказать до свидания или шалом, но я ему сказал, и он был... Вы ему сказали шалом? Да, я ему сказал шалом. Он был удивлен вообще, что я к нему отнесся из так сказать, уважения и просто так корректно ушел, хотя между нами не было... А почему это его удивило? Как видно, при подобных обстоятельствах люди находились вблизи, но без контакта, и уходили, не говоря ему этого слова, мол, до свидания, которое не имеет этого понятия, до свидания, а именно шалом. Поэтому, да, но опять-таки, вот главное, это были вот эти накал между вот русскими израильтянами и арабами, где они более, если израильские группы, они более сдержанные, и меньше группы там идут, что больше они, пары. Как-то меньше как бы обнимают друг друга, да, меньше... Да, да, это группа, это группа, которая, я это понимаю больше, и мне это знакомо, они, да, близки, но они не... Теплы, я бы сказал. Есть какая-то... Ну, израильтяне говорят, что они сабры, они теплы, они мягкие и нежные внутри, как кактус. Окей, мы не будем пользоваться шаблонными выражениями в понедельник утром. Неделя молода. Если мы начнем, Бог знает, чем мы кончим. Не, эти стандартные, они избиты. Конечно, да, даже я думаю, это поколение даже не знает, может быть, эту... определение, что такое сабры, это вот. Но очень вот напрямую поколение, вот вы сказали, я наблюдаю, я вам расскажу вещь. Я у моего брата сын в армии, младший сын, уже 3 года в Ереху, это вот. И я как-то дошел к нему, у него чудесный электронный фотоаппарат, это вот. Я говорю, слушай, у тебя такой чудесный фотоаппарат. Я даже не видел. Он говорит, я получил от бабушки. Значит, бабушка, которая родилась в 20-е годы, этого его сына, сабра тоже, она тут. Она говорит, это она. Я говорю, как это она ему купила такое? Она всегда покупает. Всем она купила? Нет, она говорит. Вот в том-то и проблема. Ее первый внук, когда он пошел в военно-морской флот, он был там капитаном этого корабля, у них не было оружия. Она очень заботилась, что она ему купила в подарок пистолет. Бабушка, интересно, смотрите, бабушка покупает пистолет в подарок внуку. Но так как этот служит в Ерехо, и он ходит, у него есть винтовка, автоматическая винтовка, он ему не нуждается, то она ему сказала, слушай,
Он сказал, ей мне не нужно, то она все-таки хотела, чтобы был порядок и определение. Она такая, вот, она говорит, хорошо, я что-то хочешь? Он говорит, купи мне такую фотокамеру. И вот она ему вместо пистолета, он крутится сейчас в Ерехо и обратно с этой камерой. Вот так и происходит. Между прочим, он только что получил лейтенанта, был младшим лейтенантом. И, как ни странно, просто слишком тихо ему там. Он просится сейчас, чтобы его перевели в Газу. Вы знаете, я разговаривал с молодыми людьми в Израиле, и очень многие из них хотят каких-то действий. Они хотят, все просятся в какие-то, в Голане, это элитные войска, которые занимаются поиском террористов и всяких. Действительно, в Израиле это присутствует? Well, это важно, вот это ответ на ваш прежний вопрос, насколько Израиль изменился. Это было всегда. Что интересно, что если мы можем говорить сейчас буржуазиация израильского общества, потому что их родители и дети уже имеют дома, машины, боже мой, в наши времена всего этого не было, понимаете, то они, несмотря на это, вот этот дух, вот этот ритм, вот где стержень, и вот это, как вот вы говорите, я наблюдал, это оно не изменилось. Здесь нету увильнуть, здесь нету вот всего этого, которое может охарактеризовать, скажем, жирное буржуазное общество. А вот в то же время многие говорят, что в Израиле сегодня наблюдается тенденция как бы отъезда. Что есть люди, покидают Израиль. Она уезжает. Происходит по следующим параметрам. Израиль как что не чрезвычайно модерное государство и общество. Я не хочу бросаться здесь цифрами. Все эти инженера, это high technology, все изобретения, полно их, понимаете, и в Европе, и в Соединенных Штатах пользуются израильскими изобретениями. И даже вот такая страта, как финансовые инспектора, которые тоже, я знаю, они все знают английский свободно, понимаете? Они теряют работу, они могут завтра найти работу в открытом мире. Этого не было когда-то. А вообще родители этого как рассматривают? Лучше уехать детям, уехать из Израиля куда-либо? Или лучше, чтобы ребенок был недалеко от меня, но, скажем так, опасным, как нам кажется, в Израиле? Во-первых, вопрос здесь опять не опасный. Вопрос здесь, когда он потерял работу. И он не может найти работу. Насколько... родитель может сказать, слушай, ты сиди еще здесь два с половиной года на социальном обеспечении, но ни в коем случае не ищи работу. Вот здесь есть ущемление, вот здесь трагедия, потому что они развиты профессионально, лингвистически, они могут спокойно сейчас. Сейчас, например, есть тенденция, все бывшие польские подданные, их дети могут получить польское гражданство. И поляки хотят просто показать миру, что они уважают, на различных параметрах, почему это так. Но, что это было принято невероятно интенсивно в израильском обществе. И я вот спрашиваю много людей, они говорят, да, это дает нам, имея польское гражданство, мы можем каждую минуту въехать в Евросоюз и получить работу. Если есть какая-нибудь проблема, они обязательно ехать за океан в Америку, где более либерально, и в то время отсекает нас, это настоящий, так сказать, перелом, где в Европу он поехал, поработал полгода, год-два, он может возвратиться. Есть интерес очень, к польскому гражданству очень бывшим полякам. Да, бывшим полякам. И сабры, даже дети сабр. И вот у меня кто-то, я знаю, сын моего друга, он тоже, он говорит, да, я... Он невероятно хай-тек, очень-очень образованный, кончает свой мастер по американской истории и пойдет делать свою докторскую. Понимаете, это такого рода люди, которые чрезвычайно энергичны. Они, это не... пассивность. Это каждый день, и вот я, между прочим, хочу рассказать, вот этот ритм, энергетический ритм, он самый важный, что есть в Израиле. Он что не есть важный. Вот безработица большая. Богатство – это именно люди и этот ритм. Это важно запомнить, если мы когда-нибудь перейдем говорить о более, так сказать, территориальных вопросах. Ну вот интересная вещь, я вам хочу показать. С другой стороны, в Израиле нелегко. Мой личный пример – микроскопически, но он показывает, насколько это из ничего создаются сложности. И книги, которые я в Израиле, я покажу вам потом.
Был у меня склад, есть у меня склад в Израиле, была фирма, которая распределяла, она, когда импортировала, надо платить добавочные налоги за внос, было все оплачено, книга, фирма закрылась, оплатила все налоги. Главная сеть книгораспределителей Стематской, которую я знаю, взяли и купили у меня какие-то книги там на, ну, мелочи, 500-600 долларов. Они их продали, но они не могут мне заплатить. Почему? Потому что они должны иметь, есть квитанция, есть специальная официальная квитанция. Она должна быть выдана фирмой в Израиле. Если та фирма закрыта, и даже есть документы, они оплатили налоги, они не могут. Значит, должен кто-то другой. Я говорю, ну я вам дал свою квитанцию, нью-йоркскую. Да, она есть, но у нас нету документов, что то вы переслали. То есть, что очень много бюрократии? Более того, поймите. Значит, все начинается, вот это не только бюрократия. Бюрократия – это пустое слово, если вы не понимаете, в чем идет речь. Оно пустое. Этот контроль над всем начинается на самом низком уровне. Почему? Потому что есть какой-то элемент недоверия. Что значит? Кто-то может купить, кто-то может продать, кто-то может иметь доход, и потом, боже упаси, государство уже не поймет. Это было всегда в Израиле так? Это всегда, но, к сожалению, вот сейчас, когда это должно изменяться, это прямо должно измениться, потому что это невероятно. Значит, они купили и продали, не могут мне оплатить. Вы понимаете, такой банальность. Они хотят купить больше, они не могут, потому что они говорят, я им сказал... Я вам послал с Америки коробки. Да, но у нас должны быть накладная, что это прошло почту. Я говорю, какую почту? Нету накладной на почту. Понятно. Нет, что-то должно быть. А мы можем посмотреть свою здесь... парочку книг, которые вы мы предлагаете? Мы покажем парочку книг. Это, вот, давайте. Это что за книги? Это книги, изданные издательством Liberty, которые чудесные книги. Вот, например, а почему вы именно в Израиле их продаете? Потому что там... О, я их продаю здесь. Нет, я понимаю, но и в Израиле тоже. И в Израиле, потому просто что потому, это... Да, потому что, во-первых, она была написана тремя израильтянами. Это что не есть сегодняшняя книга, потому что она описывает именно начало индустрии, атомной индустрии в Израиле. И это как Израиль похитил судно с 500 тонн урана в Средиземном море. Это очень невероятно, что происходит между Израилем и Марокко. Это невероятный детектив, который написан тремя израильтянами, издан в Израиле на английском языке, тем же Стематским, но запрещен цензурой более 25 лет. Понятно. А что там еще у нас есть? О, у нас есть, если вы интересуетесь серьезно разведками, а их, как вы знаете, 5-6 в Израиле, это... Это разведки израильские, это да? Разведки, это книга, да, об израильских разведках. Это книга об израильских разведках. Довольно толстая книга. Well, фотографии. Много разведки. Много разведки. Вообще, это история Израиля через призму разведок. Она очень-очень интересная, очень важная, там есть и вот незабываемые я вижу, у вас там слова. Есть книга. Well, это книга, конечно, которая, что не есть, первая книга, которая описывала именно международный терроризм. Он не родился сегодня, он был давным-давно. Это вопрос идет о 72-73 году, именно что произошло с этим отрядом. Это впервые командир отряда описывает, как они получили задание и список, сказали, возвращайтесь, уничтожьте этих людей в этом списке. Тогда которые были причастны, да, к олимпийской трагедии. Да, да. И это очень мир терроризма. До сегодняшний день нету книги, которая описывает это более интимно и более детально на таком уровне. Как это делается, как стреляют, кого стреляют, кто очищает даже эти комнаты. Специальные команды, угу, специальные люди. Это мир, спасибо, невероятный. И, конечно, okay, все эти книги можно заказать в Liberty. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Игорь. Скажите, а вот вообще, насколько я видел, в Израиль читает. Там, да, очень много книжных магазинов, mm-hmm, очень много... Вы могли бы сказать, вы же издатель, да, могли бы вы сказать, что в Израиле читает больше, чем в Америке? Или в Израиле интересуется, или наоборот? Есть, да, у вас какое-то представление об этом? Есть представление, есть даже данные. Первое, в Израиле вот эта двухкультурная система, она более либеральная. Значит, в Израиле люди не стыдятся читать по-русски, потому что если они читают здесь, вы сразу делаете автоматический вывод, а, тогда он не знает английского. В Израиле этого никогда не было. В Израиле, страна иммигрантов, всегда все читали на разных языках, зная иврит. И свободно владея иврит, и даже больше. Например, мы ни слова не говорим по-русски в семье с первого дня. И вот отец мой начал читать, когда я начал издавать, а то он никогда по-русски не читал десятилетия. Он это никогда... была принципиальная позиция, когда он, да, приехал в Израиль? Да, это принципиальная позиция. Он сказал, все, иврит,
Моя мать окончила еврейскую гимназию в Вильнюсе. Он знал иврит, он был когда-то в Варшаве вместе с Бегиным в том же отделении Бейтара. Это вот. Поэтому они знали, у них был басист, они сразу же смогли изучить. И, конечно, потребовали от нас, что мы забыли ни одного, сказали нам прямо, ни слова по-русски, точка. Добавили еще гоем. Хватит мне. Скажите, да. Но в то же время вот Израиль много читает. Да. Израиль культурный. Но вы сами говорили, он импульсивен. Он энергетически заряжен. Энергетически. Я не сказал импульсивен. Импульсивен – это уже индивидуально. Человек может быть импульсивным. Несомненно, если он находится на каком-то накале. И вот я кончу этот вопрос. Интересный насчет того, что же... вот этот подход, который я очень не согласен, который, да, он где-то, понимаете, пускай Израиль где-то не, еще не готов, может быть, старая структура, понимаете, которая осталась от первого периода, когда был чрезвычайно развит государственный социализм, так называемый, который должен был, не было выхода, потому что простой капитализм не посылал ни людей, ни пионеров на эти земли, и который не делал и не был готов вкладывать финансы. Вот почему должен был быть период государственного социализма, чтобы создать, возродить эту структуру, этот народ и эту культуру. Но сегодня вся вот эта идея, что нельзя доверять, надо схватить на самом уровне, вот эта ментальность неправильная. Опять-таки, понятно, пускай там будут 10 миллионов людей, и пускай они все стараются обмануть налоговое правительство. Пускай! Я думаю, пускай, вот тогда, проблема вот тогда налоговых... это будет. Да, я она хочу, вас нет, достала. Она, это не вопрос, это послушайте, это ужимает всех, все, ужимает всех, но я знаю это, но это доходит до банальности. И если какая-то маленькая секретарша начинает со мной говорить, там вся да, налоговая, это не налоговая даже, это значит недоверие. Это вот, но вот здесь и находится вот тот ключ, который, как вы помните, в Агаде, а именно, чем больше его будет угнетать это правительство, тем больше он взорвется. Да, вот видите, и это хорошо, вот этот накал. Опять-таки, потому что он не сдается, его не сломали, они да выхитриваются. Илья, а вот, вот мы говорим накал, мы говорим о том, как люди, в общем-то, энергетически заряжены. Как это сказывается на политическое участие? Вот в Америке есть проблема, очень многие не хотят идти голосовать. Да. И действительно, у меня друзья, которые работали на избирательных участках в Америке, они рассказывают, что приходят практически пожилые люди, русские, но вот американцев, молодых практически не видно. Да. А вы вот в Израиле, вы сталкивались с этим? Вы наблюдали, думали об этом? Well, конечно, потому что политический накал происходит намного-много раньше. Есть движения, были политические движения, которые сейчас, социалистическое движение, ультралевое движение, Шумера Цаира, до того, да, есть скауты. Например, сегодня доминируются скауты. Я вот как случайно знаю именно вот это движение, оно не политическое, но оно гражданское. Понимаете, вот молодежь проходит 8 лет в скаутах. И вот моя одна племянница, которая окончила... Вы имеете в виду скауты американские или скауты израильские? Израильские, причем здесь американцы? Я понимаю, но просто мы знаем, что будут скауты здесь. Мы говорим сегодня про Израиль. От американского? Очень мало, значит, физическое, все это знание, умение шатра, костра и как вы находите себя в различных походах, это то же самое, но есть также и гражданский, не политический, но гражданский, здесь есть какое-то вот это стремление, да, и оплатить свой гражданский долг. Вы видите, что в Израиле молодежь более политизирована, более заинтересована в как бы более, участвовать в процессе? Более, но я вам хочу сказать, ну вот в моем случае, это вот, а именно мои племянницы, например, это вопрос культуры застолья. О чем вы говорите за столом? Понимаете? Он говорит много о спорте, о работе, жена учительница. Там меньше идет политический разговор, например, чем у другого или у третьего. Все зависит прямо уровень, насколько. А уровень как таков, между прочим, и здесь интересная вещь,
А зависит от, что вы читаете. И не книги, а именно газеты. Когда-то, если вы, может быть, еще помните или знаете, когда не было всех этих транзисторов, это было прямо, кто находился в автобусе, сразу в час говорили «Нагак хадашот». Значит, точно в час он должен был включить и все свои... Надо сказать нашим зрителям, что «Нагак» — это водитель автобуса. Водитель, и он должен был включить... Водитель новостей. И он должен был включить, неважно, что он слушает, не слушает, чтобы все слушали новости. Да, Израиль действительно весь очень... Очень-очень охвачен. Но с другой стороны, вот давайте перейдем, будем немножко... Но если мы перейдем и увидим, смотрите, израильское общество, которое 50-60% технари и технологисты, имеют минимум первое звание академического. Да? И все ж таки, когда вы посмотрите, что доминирует в израильской прессе, это две газеты, вечерки, это Маарив, Идиот, Ахронот, которые забивают посты, что 85%. Остальные делятся, и вот такая газета, даже если она левая, она левее центра на центр или левее Гаарет, но она самая, что не есть, аналитическая. И вот люди ее читают очень-очень мало, очень изысканно, из всех моих, семья, в семье практически никто, как ни странно, хотя оба имеют второе академическое звание, мои братья, даже молодежь, которая окончила, тоже ее не читает. А из моих старых друзей, да, мое поколение политически активное, интеллектуалы читают ее. Но вот здесь парадокс. Я расспрашивал и над тем прямо занимался, я даже с одной студенткой, которая окончала юрфак, она говорит, да, мне нравится, конечно, эта газета. Но она говорит, у меня нету времени. У меня просто нету времени. Мой брат, да, он говорит, она мне тоже нравится, но у меня просто нету времени каждый день. Я могу ее читать только в конце недели. Это последний номер. Поэтому здесь есть опять вот тот ритм, о чем мы говорим. Они встают рано, они работают рано, они много работают часов, они добиваются, они находятся практически на фронтовой линии технологий в различных сферах, а это требует продуктивности, понимаете, это у них нету этих 2-3 часов, чтобы прочитать, изучить эту серьезную газету. Поэтому, с одной стороны, они интеллектуалы, интеллигентные, с другой стороны, они питаются вот этими вечерками, которые пустые, кроме там есть 2-3 страницы внутри, когда есть мнение, понимаете, и вот это создает, конечно, атмосферу разговора вокруг стола, и это, конечно, и передовое колесо. Да, вокруг стола, но сейчас... Дорогие телезрители, мы с вами прервемся буквально на 60 секунд. Оставайтесь с нами, мы продолжим этот интересный разговор о современном Израиле. Телеканал RTN WMNB – ваш источник разнообразной и самой достоверной информации о событиях в Америке и за рубежом. Новости культуры, утренняя пробежка с Геннадием Кацовым, вести, новости Украины – обзор американской прессы, экспресс-новости, «Мир сегодня», информационная программа «Время», а также пресс-клуб с Геннадием Кацовым, круглый стол с Борисом Рабинером и аналитические программы «По скриптум» с Алексеем Пушковым, «Зеркало» с Николаем Сванидзе, «Времена» с Владимиром Познером. Смотрите RTN WMNB. Ваш источник разнообразной и самой достоверной информации о событиях в Америке и за рубежом. RTN WMNB. Это ваше телевидение. Здравствуйте. Мы все вместе с вами проводим передачу «Контакт». С вами Борис Тенцер, и в студии у нас гость... Израильтянин и американец, человек, который приехал в Израиль 45 лет тому назад, который прожил большую интересную жизнь в Израиле, а затем в Америке, человек, которого вы многие знаете как политолога, как издателя издательства Liberty, Илья Левков. Мы с вами говорили о том, что семья собирается за столом в Израиле. О чем говорит семья? Она политизирована? Я скажу, почему я задаю этот вопрос. Потому что у меня есть приятель, который, скажем так, правой направленности, он член Ликуда. А однажды, идя по улице в Иерусалиме, он увидал демонстрацию людей с
плакатами и молодых ребят, которые раздавали листовки. Угу. Это были представители левого направления, партии «Авода». Угу. И вдруг среди этих молодых людей он увидел своего сына. Угу. Они посмотрели друг на друга внимательно, с интересом. Что было дальше, это вопрос уже... Как часто вы встречаетесь и как часто в семье говорят о политике израильской? Well, вы знаете, это не израильское, это было давно, еще в 19 веке, классическая поэма, которая показывала именно трагедию еврейского народа, когда во время битвы ночью, когда стреляли один в другого, вдруг при вспышке один узнал, что он стреляет в своего брата. То, я думаю, нынешняя ситуация, когда один вдруг узнает, что его сын или девочка находится в другом и показывает, что у них не было достаточно кухонных разговоров, так сказать. Второе, почему-то, может быть, один не доверял другому и не хотел сказать, может быть, но это редко. Я думаю, этот вызов, он что ни есть наоборот, я думаю, что вот большинство молодежи, они, да, у них есть возможность бросить политический вызов своим родителям в этой чрезвычайно электризированной атмосфере израильской общественной и политической жизни. Я думаю, наоборот, вот эта революция, этот уход, этот протест имеет интересное место именно в политической жизни. Но вообще-то родители, как всегда, боятся за своих детей. Наступает вечер, а ребята в Израиле, они любят отдыхать, начиная с 10 часов вечера и позже. Да, позже. И Тель-Авив начинает гулять только ночью. Well, они начинают гулять именно с 11-12 выходят. Это новый феномен, который не был известен и понят раньше. И, как ни странно, родители привыкли. Значит, я был удивлен, что насколько они быстро привыкают к этому. А как часто вообще в разговор заходит в доме, израильском доме, о терактах, о каких-то проблемах с палестинцами, арабами? Разговор, как таков, трудно сказать. Он не приходит, он происходит как комментарий сегодняшнего дня, что произошло, что не произошло. Как ни странно, в Израиле очень, к сожалению, жертвы на дорогах, они превышают в несколько раз жертв теракта. Да, я знаю, что... И дети особенно, и более того, например, были случаи сейчас, когда, боже мой, дети, опять это показывает буржуазиацию израильского общества, когда начали держать собак. И не просто собак, а самых, что не есть, таких кровопийцев. И одна собака прямо убила ребенка, схватив его за это. Слушайте, в те времена, конечно, вы говорите, как изменяется. В те времена, когда мы получали по талонам муку, сахар и раз в месяц плиточку шоколада, никто не ломал себе голову, надо держать этих собак или нет. Не было собак, и все. Сегодня это все, понимаете, когда стоят 2-3 машины в гараже, каждый имеет квартиру, которая стоит минимум 150-180 тысяч долларов, понимаете, когда это все это имущество, есть здесь элемент такого, если не показуки, то, несомненно, символически. Например, они знают все эти машины, сколько кубических сантиметров мотор. Двигатель, когда меня спрашивают, я еле знаю имя машины, которую я имею, не говоря, сколько в ней цилиндров и сколько это. А вот такой интересный вопрос. Вы приехали в 50-е годы. Mm-hmm. У вашей семьи, у ваших родителей были какие-то друзья, у вас были друзья. Как много людей из того времени, той поры, mm-hmm. которых вы знали, уехали из Израиля, живут сейчас за рубежом? Насколько я знаю, например, мой класс, где средняя школа, это был интернат, это был, так сказать, накаленный, очень идеологически. Большая группа, 4-5, продолжают жить в кибуце, потому что мы двинулись тогда. 4-5 человек? Да, угу. Да, и всего с класса 24. Угу. Это около в кибуце 5. 4-5 человек? Да, но было раньше больше во время армии, это Нахаль, как вы знаете, военное поселение угу. такое. Они на границе, и они там продолжают жить. 61-го года, вот уже 30... То есть четвертая практически часть вашего класса. Да, там живет. Около четверть, двое погибло во время шестидневной войны.
Оба в Иерусалиме, и об одном я писал в газете «Форвардс», вот недавно в эту, это вот, а именно потому, что мы были Бней Сахнин, ну, это длинная история, я не хочу рассказывать. А потом четверо-пятеро умерло просто на это вот. Двое находятся за границей, один из них араб, у нас были араб, и четверо-пятеро друзов, с которыми мы... Мы остались в контакте и остаемся. Он был арабом, крестьянином. Он сделал здесь докторскую по физкультуре, физобразованию, где-то преподает, я не знаю. И один, я слыхал, он адвокат где-то или в Соединенных Штатах, или в Канаде. Но какие-то были какие-то, ну, антагонистические отношения между ребятами арабскими и еврейскими? Нет, у нас не было, нет, и мы жили в интернате, мы работали каждый день, 4-5 часов мы умывались, душились, все голыми, у нас было, не было, не было, вот с ними, мы все делали вместе, мы учились, работали, играли. Тут была, конечно, разница. Им было трудно, они слабо знали иврит. Я тоже не знал иврит, да, понимаете? Понятно. Илья, мне очень интересно с вами разговаривать, но наверняка у наших зрителей тоже есть вопросы, поэтому мы попросим сейчас Яна включить, показать на экране номера телефонов, которые наших зрителей пригласить участвовать в разговоре. Если вам интересно какие-то стороны жизни Израиля современного, пожалуйста, позвоните по телефону, который сейчас вы видите на экране, и Илья с удовольствием вам ответит. Ну и я в какой-то степени, поскольку часть моей жизни тоже прошла в Израиле. Окей, мы продолжаем с вами. Скажите, а насколько вот в Израиле я не почувствовал, что есть как бы особый авторитет, пиетет перед личностью. Да. Вот давайте вернемся в сегодняшний Израиль. Вы разговаривали с людьми, вы общались. Как много людей сегодня уважает, любит и готовы пойти за Шароном? Это никогда не было. Вот этого пиетета как такового в Израиле никогда не было. Да, да. Классический, поэтому... классический пример, это, например, вот я приезжаю, я политолог, все-таки с опытом, и говорят, ну как там в Америке? До того, как я имею возможность открыть рот, я получаю лекцию, часовую в лучшем случае, а в худшем двухчасовую лекцию. Они знают лучше. И это, вот этот характер, этот элемент, конечно, если они знают Америку лучше американского политолога, то, конечно, они знают правительство и что делать, и как делать. Это вот. Понятно. Но они более сдержанные. Это знание, это не только, чтобы вы не подумали, что здесь есть своего рода такая, как сказать... отсутствие ответственности в их мышлении. Наоборот, они, да, готовы принять бремя и принять решение, но и это все показывает опять, ну, вот на тот уровень энергии и ритма, о котором вот я говорю, это и есть сердцевина Израиля и израильского общества. У нас есть звонок. Здравствуйте, у нас на проводе Лазарь, Нью-Йорк. Вы с нами в студии. Здравствуйте. Большое спасибо за самую интересную передачу, просто блестящую. Должен сказать, что я все те книги, которые показал Левков, они у меня все есть, просто прекрасные книги, и я просто рекомендую всем обязательно просто прочитать. Ну, это уже рекламное вступление. Слушаем вас, да-да. Честное слово, от души говорю, от души, но я не поэтому. Я хотел бы, чтобы то, что говорил Левков, а он говорит, такие прекрасные мысли высказывает, патриотизм такой у него еврейский и израильский дышит, чтобы где-то все современное прочитать. О достижениях в области науки, техники, о многих вопросах развития экономики, человеческих отношений, отношений израильтянин к Вануну и так далее. Видимо, Левков редко выступает, иногда там он в Базукашвили и мало печатается, по-моему. Вот. А было бы его очень интересно читать, какие-то новые все его книги. Он приехал, наверное, он прекрасный журналист, напишет. В общем, я совершенно в восторге от сегодняшней передачи. С большим интересом выслушал. И как книги, это просто блеск. Хорошо, Лазарь, большое спасибо, большое спасибо. У нас еще есть звонок из Рочестера. Кто у нас там на линии, Ян? Рахиль. Рахель из Рочестера. Здравствуйте, Рахель, вы с нами в студии. Здравствуйте. Да-да, вы с нами в студии, Рахель. Я живу в Соединенных Штатах 9 лет, а моя дочь в Иерусалиме 12 лет. Так, прекрасно. И
Что вы хотите сказать? Учитель русского языка и литературы. В Иерусалиме. В общем, она не очень пригодилась в Израиле. Борис, да. Спасибо вам огромное, что вы приглашаете таких прекрасных людей, как Илья Левков. Ну, это спасибо Илье Левкову, что он прекрасный человек. Вы умнейшие люди. Спасибо, что я могу слышать об Израиле. Хорошо. Спасибо. Я могу пообещать нашим телезрителям, что постараемся и в последующих передачах, вот как раз сейчас говорили о том, что хорошо бы знать о науке в Израиле, технике, об отношении к различным политическим аспектам. Я постараюсь сделать так, чтобы в нашей передаче хотя бы раз в месяц обязательно был серьезный разговор об Израиле и о всех возможных сторонах его жизни. Один раз в месяц обязательно. Кто там у нас еще, Илья? Ася Кливленд. Пожалуйста, Ася, вы с нами в студии. Здравствуйте. Я тоже не хочу повторяться, но я должна повториться, что изумительная, очень хорошая передача. Я часто, между прочим, хочу сказать и просить, чтобы больше было об Израиле, потому что мы все в основном евреи здесь все-таки на русском телевидении. И хочется знать об Израиле, и в жизни Израиля, чтобы нам не только рассказывали вот такие видные люди, очень умные, интересные, а хорошо. Больше знать и показывали, чтобы какие-то были передачи, какие-то... Хорошо, видения. Мы постараемся. Но я надеюсь, вы помните... Прекрасное впечатление, такое патриотическое. Душа разрывается, когда мы хотим больше и больше и больше видеть и знать об Израиле. Спасибо большое. Мы постараемся делать больше. Спасибо и вам, Ася. Большое спасибо за звонок. Видите, к Израилю такой большой интерес, что, конечно же, это бездонный колодец. Израиль – это что-то такое, знаете, которое можно черпать вот до бесконечности. Во-первых, и исторически. Я помню, когда я приехал в Израиль, то первым делом я постарался взять чуть ли не... Тору и еврейские книги, и пойти по тем местам, которые упоминаются. Это же потрясающе, пройтись с Торой, с Библией, пройтись по Израилю и видеть эти места. А уж сегодня тем более, да-да. Я просто вот хочу возвратиться, вы сказали о друзьях. Я не могу рассказать все это, так много и так далее. Но я встретился в этот раз с моим другом. Когда я приехал в Израиль, в эту школу, я не знал иврита. Я был единственным, это было закрытое общество. Там было 325, у каждого был номер, я был 326-й, потому что мой дядя, министр сельского хозяйства, втолкнул меня по блату туда. Поэтому одна комната, мы спали 5 вместо 4 в месяц. И мне это всегда говорили. То есть попасть в такую школу, ну, это было привилегией? Не привилегией, но это было поздно. И я просто, меня туда втолкнули, и мне напоминали, это из-за тебя мы 5 в комнате, которые должны раскладушку. И вот в этот раз я встретил опять моего друга. Были там различные. Вот первый тот, который я вам рассказал, мой первый друг упал в Иерусалиме. Амнон Якобсон, и если кто-то читает Forward, там была статья очень интересная о нем. И фотография. И я хотел показать именно лица этих людей, не только и поведение. Это вот. Но я встретил в этот раз также друга, который в кибуце, и он был лучшим другом того. Они все писали, они играли на гитаре, они сочиняли стихи, и он продолжает писать. И его жена, дочь очень известного поэта Ури Цви Гринберг. Он один ведущий поэт с немножко правым уклоном. Очень-очень. Вышло уже 15 томов его поэзии, а сейчас выходит еще 4 прозы. И вот, но я помню, я ему напомнил, между прочим, вот, что тогда, в 56-57 году, я ему сказал, ты мне дал книгу, которую я первую прочел на иврите. Я помню эту книгу, понимаете? То вот эти связи между нами, понимаете, не настолько глубоко. Мы были парнишками, 14 лет, понимаете? Да. Нету вообще традиционных какой-то встречи одноклассников, однокибуцников? Есть, между прочим, да, я вам расскажу, была вот встреча, как ни странно. Во-первых, наша группа очень-очень вместе, и они раз в месяц ходят по Иерусалиму, они съезжают со всех концов Израиля и прямо проводят день, это исторически, берут какой-то специфический исторический сектор Иерусалима и входят в глуб-глуб, но это общее обнение, это обед и все это. Вот. Я стою в аэропорту, уезжаю, у меня там остались шекели, подходит ко мне женщина и смотрит, он говорит, ты меня не узнаешь? Знаете, я что-то... Она говорит, как это так? В общем, и она говорит, я чувствую, она знакомая, она что-то...
моя одноклассница, которую я 3 года тому назад, я ее не видел, эти 40 с чем-то лет. 3 года тому назад я приехал повестить ее, потому что ее муж, тоже наш одноклассник, вдруг удар сердца и умер, очень приятный. И я был с ней, значит, я приехал к ней специально. И тогда она меня встречает 3 года позже, и я ее не узнаю. И мне было так неприятно, это вот... Чаще надо встречаться с своими друзьями. Чаще. Я ей, она, что интересно, смотрите, это, я говорю, а что ты делаешь в аэропорту? Они, значит, она в моем возрасте, 61, это вот, они вышли на пенсию, она сейчас в хоре, и есть специальный хор, и они летят в Германию и в Венгрию петь. В Бремен они летят. Я говорю, что с тобой? Ты тоже бременский музыкант стал, скажи мне. Когда-то Германия была не лучшим, скажем, приятелем, да, для конечно. Израиля. Да, конечно. Ну вот интересно вообще. А вот сегодня как-то меняется. Я был, между прочим, в первой делегации студентов, которая поехала в Германию в 67-м году. Политическая. Но это отдельный разговор и отдельное время, и там интересно. Дело было в том, что, а вот интересно, вы разговариваете, поскольку вы как бы американец, приезжаете в Израиль как американец, и, естественно, у вас какие-то вопросы касаются израильско-американских отношений. Как в Израиле воспринимает позицию Америки и отношения? И кого в Израиле хотели бы видеть? Буша или Керри, поскольку мы потихоньку приближаемся к нашему дню. Да, несомненно, смотрите, Израиль всегда преувеличивал немножко отношения. Вот тогда, что было в 82-83 году, когда было так называемое создание стратегического партнерства, Израиль немножко преувеличивал, потому что они, да, чают иметь друга. Сегодня, как ни странно, понимаете, Соединенные Штаты стали более другом, потому что они получили урок. То, что происходит в Ираке, как ни странно, идет, и это может быть больно, но сказать на... идет в поддержку Израиля, потому что Запад понял, что такое. Когда сегодня, смотрите, если год-два года тому назад еще витала идея послать международные войска между израильтянами и палестинцами, сегодня на основе того, что происходит в Багдаде, забыли эту идиотскую идею. Секундочку, у нас есть звонок, и человек ждет, люди ждут давно. Пожалуйста, с нами в студии Дмитрий, город Нью-Йорк. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, мы вас слушаем. Добрый день. Вы вчера... Одну секундочку, Дмитрий, будьте добры, выключите, пожалуйста, звук вашего телевизора, поскольку это будет нам мешать. Итак, вы с нами. Здравствуйте. Да, вы вчера, наверное, тоже слышали заявление министра безопасности Израиля о том, что евреи собираются взорвать мечеть Аль-Акса и там Амар и так далее. Я считаю, что это заявление может делать только министр-дегенерат или купленный арабскими нефтедолларами. Вы представляете, что он, какие беды последуют Израилю из-за этого заявления? Какие последствия будут после этого заявления? Вчера и сегодня комментировал вот эти заявления министров. Хорошо, Дмитрий, большое спасибо. Я считаю, что Израилю настало время, им нужен Пиночет, Франко или даже такой Путин. Дмитрий, большое спасибо за звонок. Вы хотите что, как-то это сказать? Они пользуются аспирином, им не нужен Пиночет. Раз. И во-вторых, то, что вот эта тема, именно, она произошла месяц тому назад, когда министр внутренней безопасности опять Шабака сказал, что он, да, чувствует, что в израильском обществе находится уже накал такой, и есть такое столкновение левого и правого крыла, что он чувствует довольно несомненно, что уже есть убийца, который постарается сделать все, чтобы предотвратить выход из Газы, то был на эту тему скандал, на основании чего он может говорить такого рода слова, которые разжигают больше, чем имеют детальная информация. Это вот. Идет на эту тему спор, идут кухонные разговоры, идет баталии, но это внутренняя израильская жизнь, и со всем нашей любовью, и это вот, я, например, но никогда... Но вы не ощутили это? Вы ощутили вот этот накал, который существует сегодня в Израиле, противостояние правых и левых?
Да, есть, он существует именно как в одной взятой точке, например, в Хайфе есть перекресток, там 5-6 на это вот, Мерказ Хорев. И там, например, каждый уикенд, в пятницу и в субботу стоят с плакатами. Большинство, например, это люди, которые стоят с правого крыла, которые говорят, нет выхода с Еша, и Иуда Больше Шумрон, стоят правых, чем левых, да? Да, но они сдают это место иногда, как видно, есть какая-то регулировка, раз в месяц или раз в полтора месяца оппонентам, которые стоят, нужно обязательно выйти с этого. И я вам хочу сказать, это происходит очень, и они интенсивно, все там 5-6 углов, понимаете, все стоят с плакатами много-много часов и раздают материалы очень спокойно. Никакой, даже споров агрессивности там нет. Агрессивности никакой между ними? Никакой агрессивности. Одну секундочку. Нет, они не находятся одновременно, но люди, которые проходят, нету даже споров. Значит, нету конфликта и даже в спор не входит. Я вчера в новостях смотрел конфликты, которые возникают в Бостоне перед съездом. Нет. Но одну секундочку, у нас есть звонок. Яков из Сан-Луис. Здравствуйте, Яков, вы с нами. Здравствуйте. Ну, во-первых, я присоединяюсь ко всем, кто высказал хорошее отношение к вашей передаче. Прекрасная Спасибо. Передача, и надо продолжать. Во-вторых, у меня... Два общих вопроса, а один господину Левкову. Да. Первый вопрос. Не следует ли отделить религию от государства? Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему мужчины, хасиды, не служат в армии? Вот это два. А третий к вам, господин Левков. Как можно купить рекламируемые вами книги? Это очень... У меня неплохая библиотека по Израилю, но вот этих книг у меня нет. Как можно это сделать? Спасибо за ответ, и я вам желаю дальнейших успехов и дальнейших передач. Спасибо, Яков. Большое спасибо. Значит, у нас с вами три вопроса. Вы хотите начать... Вы подготовьте бумагу, я вам дам через минуту номер телефона, а постараюсь ответить на эти два прежних вопроса. Отделение религии от Отделение государства. Отделение религии. Как таково оно существует? Во всей гамме законов есть три закона. Есть три закона, которые контролируются религией. А это рождение... Это свадьбы, браки и это смерть. Все остальное контролируется эксклюзивно гражданскими законами в Израиле. Даже эти законы, как вы знаете, которые, в ядре которых находится вопрос, кто является евреем, он тоже был, как вы знаете, немножко разведен ввиду политических обстоятельств, ввиду эмиграции и ввиду следующих даже полугражданам есть право служить в армии, но нету права быть похороненными. Есть проблемы, но и вот они сейчас очень, прошла очень информация о том, что Шарон готов рассмотреть вопрос о гражданских браках в Израиле. Да. То есть это тоже какое-то движение в этом же направлении. О, да, есть движения, которые позволяют другим, а именно консервативным движениям и реформистским движениям заняться этими вещами. Второй вопрос, это был, почему ортодоксы не служат в армии? Они часть, они частично служат, они частично служат, и но вот, например, как ни странно, и у меня было очень много бесед, есть с израильтянами, хасидами, которые здесь, они вообще-то, и это может быть отдельная тема, даже цикл тем на эту тему. Весь Израиль, это целый да. цикл тем. Не, но именно вот новая, не-не-не, это новая идеология, государственная идеология, которая основывается не на гражданских социалистических началах, а на еврейской традиции, а об этом это правда отдельно совершенно. Давайте но мы у нас они да, они да служат, они думают, и те, которые учатся в Ешиве, они говорят, это да, служба, это да, так. служба для общества. И я вам дам последний номер телефона. Сейчас мы в самом конце. И последнее буквально, поскольку да. у нас начинается как бы съезд сегодня да. Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, какой кандидат лучше для Израиля? Трудно. У вас ровно 30 секунд. 30 секунд. Я думаю, что будет решение, принято решение на то, что было сделано, чем то сказано. Особенно, что сказанное Керри, оно противоречит тому, что он говорил несколько месяцев тому назад. И в эти... Значит, то есть а именно надо быть Буш... более внимательным и смотреть, да, куда двигается. Я думаю, израильтяне судят по действиям нынешней администрации, и более придают ей вес, чем тем
идеям или планам, которые предлагает сегодня демократическая партия. Буквально два слова. Скажите ваш адрес. У вас есть 10 телефон, секунд. Телефон очень простой. Это Манхэттен, код 212. И телефон 213-21-26. Я вам повторю. 212-213-21-26. Оставьте свой номер. Я вам перезвоню и вышлю каталог. Дорогие телезрители, эта тема, о которой мы уже с вами сегодня говорили, она, конечно же, очень глубока, очень интересна, всех волнующая, поэтому мы будем с вами обязательно это предлагать. Я благодарю Илья за то, что вы сразу после Израиля нашли возможность приехать к нам и час провести с нами. Я благодарю наших телезрителей за то, что они нам звонили. И если какой-то звонок мы не успели взять, то с удовольствием возьмем в следующий раз, потому что наша встреча продолжается, программа «Контакт». И Борис Тенцер, который был с вами, всегда будут рады новым передачам. Всего хорошего, до встречи.